Ну что ж, ладно, погнали дальше. Привет новым прибывшим. И вперед. Дальше нам нужно в свою комнату пойти. Спасибо за ваш тяжелый труд, Широмина-сан, капитан. Я хотел обсудить с вами нашу стратегию. Сейчас подходящее время? Да, конечно. Извини, что заставил тебя ждать. Тогда я начну. Самая большая проблема сейчас заключается в дифференциации между раздвоением личности и химеризацией, верно? Верно. В настоящем моменте у нас нет возможности сказать наверняка. А не могли бы ли мы запросить дополнительную техническую информацию о системе Валькирии у командующего? Я действительно делал запрос несколько раз. По той или иной причине я никогда не получал никакого доступа к данным. Возможно, вы могли бы попросить еще раз. Нам нечего терять. Наше положение сейчас немного отличается от того, что у нас было раньше. Ты права. До сих пор мы спрашивали, точнее, делали запрос директору. Ну, а может быть, если я спрошу у департамента R&D, то звучит хорошо. Давайте сделаем все, что сможем. Я тоже постараюсь изо всех сил. Верно. Спасибо, Хадзуки-сан. Ладно, тогда я пойду, Широмина-сан. Я, точнее, продолжу делать это. Хорошо вам отдохнуть как-то. Ну, окей. Хинума-発電所に Кимера-га出現した. Химера появилась на электростанции Хинума. Я прошу сил Валькирий. Нет, я запрашиваю, чтобы силы Валькирий были развернуты для их устранения. Командующий, это действительно должны быть силы Валькирии. Некоторые члены отряда, у них все еще раздвоение личности. И не кажется довольно безопасным их отправлять. Я понимаю, капитан, но реальность такова, что мы в меньшинстве в данный момент. Мы не можем просто оставить этих химер. Я знаю, что это сложно, но вам придется это терпеть. Понял. Особые силы Валькирии выдвигаются. Так, слушайте, дайте я время на ночное поставлю. Вдруг какие-нибудь ивенты есть. Я ж сказал. Походу, у нас сейчас будет Юя. С раздвоением личности. Или нет. Что-то упало на пол. Может быть, это какой-то брелок, талисманчик? Никогда не видел этого персонажа. Миленько. Кто-то обронил его? Неужели это А его обронила?
Неужели это Ку его обронила? Неужели это Юи обронила его? Ну, ребят, ну очевидно. Как бы начало ивента воспалернуло все. Может быть, неожиданный человек такая, как и Юи? Она сказала же, что любит милые вещи. Сейчас Хадзуки-сан тоже начала чувствовать себя... Как только начинаешь думать об этом, трудно остановиться. Смимасен, тайчо. Прошу прощения, капитан. Юи, что случилось? Кокони страппы га очитеимасен дешта ка? Брелок тут не упал случаем? Никто не видел? Упавшего? Нет. Ты не видел случаем упавшего брелка тут? Вот этот я нашел. Соре десу. Да, это он. Вы его взяли ради меня. Большое спасибо. Значит, он твой. Я никогда не видел этого персонажа раньше. Что это за продукты? Это ограниченный тираж местного талисмана из моего родного города. Талисман из родного города. Они очень популярны сейчас, да? И их действительно очень много разного вида. Да, есть есть много разных очаровательных персонажей. Я бы хотела бы, чтобы те из родного города пытались увеличить количество талисманов персонажей. Токороде, гун мо хитобито ни айсареру кавайи кяракта о цукури, иппан но катагата ни соно сонзай о мижика ни канджите итадаку беку, коухоу де цуёку ошидасу беки да то омоимасен ка? Кстати, вы не думаете, что солдат не должен официально, окей, настаивать на создании талисмана любимого публично? Конечно, потому что я не привык, я чуть не особо понимаю, что она хочет сказать. А почему бы тебе не начать питьиться? Хорошая идея. Спасибо, капитан. Окей. О, смотрите. Смимасе, тецдатте мораччатте. Простите, что заставляю вас помогать мне. Я, не-не-не. Мне нужно ничего сдерживаться. Помимо прочего, это та работа, которая будет намного легче вместе с парнем, верно? Да, спасибо. А что делать-то будем? Кажется, здесь нету. Стоит искать дальше? Что? Блэкаут? Хадзуки-сан, кайчу-ленто а доко? Хадзуки-сан, а у тебя фонарика нет? Таска иригучи на хоу ни атта кига. Кажется, возле входа был. Идоу шинай то икенай на. Кракуте йоку миенай га. Ну, тогда нам нужно пойти. Темно. И я не особо хорошо вижу. Тео нобаши нагара,
障害物がないか進んだ方がいいですね。Нет, это не лучшая идея. Тогда лучше всего вытянуть руки, двигаясь вперед, чтобы проверить наличие препятствий. В жизни это да, но не в таких играх. Ой. Хотя тут зависит от нашего руки. Ладно. Собственно, протянуть их прямо, вправо, в ваше право или в ваше лево. Ну, ребят, куда? Вперед, направо, налево. Ну, если наперед, то, по идее, мы не должны никуда там случайно наткнуться. А вот вправо или влево, возможно, Хазуки находится вправо или влево. И мы случайно мячик заденем какой-нибудь. Хотите первый вперед? Ну, окей. Блин. Извини. Это не было нарочно. Хацуки-сан, в порядке? Я в порядке. Я в порядке, но... Ну, ребят, что можно сказать? Да. Капитан. Не могли бы вы отодвинуться, пожалуйста? Какого черта происходит? Неужели только что сейчас было... Это фонарик, наверное, только что упал. Слава богу. Да, слава богу. Ну, в любом случае, мы должны проверить, отключили ли свет, или просто кто-то выключил свет в этой комнате. Ну, в смысле, был ли это блэкаут полностью или нет? Да, вы правы, но, капитан, пожалуйста, отойдитесь. Прости. Ну, бывает дерьмо в жизни, все нормально, все нормально. Так, ладно, погнали дальше. Куда нам там? Хинума. Электростанция. И где Хинума? Я не вижу Хинума. Мина! Тут какое-то место, но... Ой, я нашел сокровище. Скайлька. Да нет, тут ничего подробного не напишут. Это все дополнительное. Плохая идея идти ночью. Хорошо, что камуфляж есть. Ой, я опять что-то нашел. Скайлька. Надо почаще включать все-таки. Скайлер. Как-то забыл про него немного даже. Вот да, все-таки правильно. Набор.
базу. Вроде не кает ты корета. Сейвимся и вперед. Да блин. Поинто кокрин. Иксо. Без диалога, без чего, сразу в бой. Окей. Ну что ж, вперед! Изучим новую локацию. Посмотрим, что у нас тут. Пушки. Тут не видать никакого маркера, выходящего на нашу цель. Ничего такого. Нимму-но-найо-о-кокунин-ште-оку-ка. А тут тупик. А нет. Блин, не успел. Блин, что-то уже мобы пошли, блин. Возможность я стрелять им руки, ноги там все дела. Ладно. Хамару, блин, не зайдите в бой. Ну ладно. Блин, мне заблокировали. Хамару, смотрите. Ничего себе могу. Скайрка. У меня почти 50-й левел, а они. Еще из-за того, что ночь, но все равно довольно дофига нужно времени на них тратить. Так. Сейф, окей, походу добрались до следующей
части, локации. Отстань, падла. Татами какемашо. Минна но тамени. Икзо. Икимасу ва? Коко де суру беки кото ва. Дода. Яримасу ва? Почти. Са. Мамори о каберу. Минна такаси но ба. いかがです? 優雅に、華麗に、美しくですわ 私でも、やる! Так, API нормально. Прекрасно. Нужно найти. Ой. Эх ты что, лайк. Отстань. Мне сюда подниматься, если тут ничего нету. やっぱり移動は徒歩が性に合ってるな。Название читать можешь? Написано же так. Аж два раза. Привет, привет. Блин, эти пазы, если за тобой идут, то все. Ты в жопе.
みんなのために。そんな、ハマル、見てて。そうだ、やらなきゃ。くっそ、ママ主人は。このキャラ、そこ。私の番。ゲスト？距離を。что-то я не заметил. Ну ладно, сейчас спешу. Следующий фейз. Так. Нельзя использовать что-то? Нет? Странно. Ну ладно. Круто, сокровище, да, хорошо, но мне нужен вход. И, скорее всего, я знаю где. Я там проходил мимо, но думал, что там еще и важного нет. Но, скорее всего, там есть этот вход.一体撃破。さあ、先に。тут только телепорт. するべきことは。そうだ。よし。キメラは。ま、ざろうざろう。気づけなかった。くそ。何？やるぞ。やらなきゃ。私の番。討伐。そうです。キメラは。徒歩が性に合ってるな。キメラ発見。さあ。あ、что-то приготовил。
ぞ。はい。ハマル、見てて。まだやりました。行きましょうか。この距離です。行くぞ。そら、そこ帰る。一体撃破。これで лесом. Так-то где же? Нимму на наио кокнин ште оку ка. やっぱり移動は徒歩が性に合ってるな。任務の内容を確認しておくか。状況開始ですわ。任務の内容を確認しておくか。みんな、調子が悪いときは遠慮なく言うんだぞ。これは。и тут ничего。Тогда я не знаю, я все проверил. Я пари идоу ва тохо га шоу ни аттер на. Я пари идоу ва тохо га шоу ни аттер на.回収した。блин, нет, это не оно. Вон там еще один. Блин, если они серьезно его тут поставили, но
Блин, да иди в жопу. Секшн A, паскод. У нас тут секшн A, по-моему, и есть. Привет, привет. Что случилось? Да. Офигеть, он, оказывается, был тут. Зачем я... Ой, господи. Весь день проспал. Ой, да ладно, иногда нужно и поспать. Значит, всю ночь спать не будешь. И завтра тоже. Что тут такого? Если дел как бы нету каких-то важных, почему бы не поспать? Иногда стоит и себя побаловать. Подумал, опять там в России что-то случилось. Сон мне нужен. Ну, ты не спи. Мне нужен сон. Посмотрю на тебя после недели без сна. Хотя какой недели. И три дня хватит. Я понимаю, мне стоит проверить другую сторону, другое крыло. Что за чушь ты несешь? В доту вредно играть, вот что. Наоборот, полезно. Нужно давать отдых. Настолько нормы, что же, как я пофиг на это. Ну, хорошо. Смирился. Не, ну просто забавно-то за этим наблюдать. По-любому фейспалмишь. Получаешь удовольствие, фейспалм, конечно, все дела. Буря эмоций прям. Мина. Прямо аниме снять. Можно снять. Ах ты ж папа. Кишу сэйку! Яранакя! Икзо! Мамори о какмэр! Йош! Нани? Сонна! Икзо! Ладно, еще живо. Вот, из интересного, что тут пропустилось сегодня? Анонс ПК-версии 15-й финалки с поддержкой 8К. Все. Койцудана. Эти решили упороться по полной. 4К уже не в моде, все. Стоять? Нафига? Ну, иди их спроси. Мне интересно, что это потянет, потому что 4К там требования такие, что просто... Ну нафиг. А для 8 я даже не знаю, что ее запустят.
Ну, 4 титана, наверное. 10, точнее, TI. 10-80, наверное. Высылай. Остемайримасу! А еще в какая версии будет русская озвучка? Это чисто для России бонус. Хотя ее на консоли тоже завезут. Но не важно. Ну это еще не точно, но походу так и будет, потому что ну не может Steam накосячить настолько сильно. Точно, Горн, спасибо. Да нет. Они хотели вообще-то изначально там озвучку запилить, но не успели. Ну серьезно, блин, ну... Японская озвучка, точнее, менять японскую озвучку на это, окей, учитывая какой там перевод. Ну, если вам насрать на игру, то да, почему бы и нет. Хотя кому она сдалась через год половину уже? Нужно выйти из данжа. Наконец-то я смогу переместиться на основную базу, чтобы восстановилось ХП, я засейвился, там ХП, АП, сменилось время суток. Ай, блин, нельзя. Обязательно ночь, вот ублюдки. Хотя вообще-то можно было и тут сейвиться. Но все равно восстановление АП бутылками дорого обошлось. Как мне эту дверь открыть? The fuck? Тебя найти. Ну ладно, ищем следующий пароль. Блин, реально Metal Gear 1 какой-то. Там тоже были замутки с паролями. Правда, там не так часто, как тут. Яппари идо ва тохо га шоу ни аттен на.
но и нужно с другой стороны. Обернись, ублюдок. Да не сюда. Ладно, с пользой камуфляж. Придется вернуться обратно, чтобы проверить. Хотя нет, какая разница. Вон там я не проверял. やっぱり移動は徒歩が性に合ってるな。回収した。 Нет, это не то.任務の内容を確認しておくか。殲滅いたします。よ。 Блин, я тут уже был, но все равно. Мина. Поздно. 調子が悪い時は遠慮なく言うんだぞ。 Нет. Ладно, пойду тогда проверю другое кого. Выбор у меня небольшой. やっぱり移動は徒歩が性に合ってるな。 任務の内容を確認しておくか。 やっぱり移動は徒歩が性に合ってるな。 Тут я уже залезал, вроде бы ничего не было. やっぱり移動は徒歩が性に合ってるな。 Может, заткнешься? Скорее всего, оно тут. Я надеюсь, как минимум. Эй, там же выбор. Или это у меня опять чат зависит? Скайлька. Есть, вот она. Да, все-таки оно было тут. Живо. Не особо видно. Полумертвые, полутрупы. Да, конечно. Чё, хотите что-нибудь другое? Сейчас сменим игру.
целюсь. Нет, все мертвы, да я знаю. Как бы видно. Да, понедельник день тяжелый. Ну, наконец-то добрались. Где они? Капитан! А, сверху. Всем единицам. А, маневр уклонения. Ну, ждайте его. Внезапная атака. Ох, какая жалость. Я хотела как минимум одного из вас раздавить. Сестра? Конничива, Валькюре-тай но Минамина-сама. Приветствую, Сил Валькири. Я пришла сегодня, чтобы познакомить вас с моим новым другом. Новым другом? Ну, давай, не стесняйся, иди сюда. Ну, очевидно. Казами-сан! Карева. Как я, он стал эволюционировавшим, чудесным, завораживающим существом, химерой. Видите? Персона! Ну реально спиздец персона. Этого не может быть, Казами. Ну, как он выглядит? Разве он не прекрасен? Если вы хотите присоединиться к нам, пожалуйста, просто скажите. Просто даже поза четвертой персоны. Сестра. Казами, очнись! Не позволяй ей делать это с тобой! Ой, я бы с ней такое сделал бы. Капитан! Приготовить свое оружие! Защитить капитана! К сожалению, сегодня мы пришли только, чтобы сказать привет. Мы не можем позволить новичку вступить в битву. Вашим противником... Вашими противниками будут эти дети. Ну что ж, хорошего дня, силы Валькири. Казами-сан, подожди! Блин, что-то он большой. Итак. Мне бы спецатаку накопить, поэтому буду бить по мелким. Блин, да их что-то многовато. Они не офигели случаем, а? Блин, прекрасно. Луна раздевает. Нами? Прекрасно, ГГЗ усыпили. Ну, этих сейчас завалим. Джокио. Какни. Еще кувай.
Ну я сейчас тебе дам, вставай, нытик. Ой, блин. Тут тоже там раздевают. Всех раздевают. Стоп, это у нас... みんなのために。スラッシュモンスター。クソ。サーチ完了。まだやりますわ。 Хорошо, что тут есть ускорение. Как же это офигенно. 18-22 хита. Давайте. Последний удар. Это довольно слабые. Эти недоступны под этот тип оружия. Ну, самый топовый. Продолжим. Готово. Готово. Гектай секо. Горыныч. А разве у него не три головы? Мина. Пышка. Ребят, вы все в порядке? Да, но... Казами. Он что, действительно? Мы все тоже кончим так, как он? Вы нет. Хватит уже говорить об этом так. Я не позволю, чтобы с вами это случилось. Капитан. Я никогда не позволю этому случиться. Мы вернем его обратно. Мы вернем Сол обратно тоже. Мы не сдадимся. Да, да, да. Обманывай себя мечтами, конечно. Ладно, вернемся на базу. Нам нужно доложить немедленно. Ну, он все-таки капитан, должен, собственно, держать команду в тонусе, даже ложе. Вернуться в свою комнату, даже так. И тут ничего, серьезно? Не но. Ну, Ниблер, по идее, у ГГ тоже может появиться, кстати, вторая личность, раздвоение личности. Так что мы увидим тогда его истинную сущность, так сказать. Что это с нас? Итак, можно порезать запись и сейчас продолжим.